В эти прохладные дни героев нашего социального проекта «Дорога к дому» продолжает согревать тепло неравнодушных горожан. Семья Вандышевых вскоре заедет в свой старый новый дом. В жилище, заново отстроенном после пожара, начали проводить отопление. Помочь семье, в которой 11 детей, на этот раз решили четверо добровольцев. Батарею Вандышевых мужчины устанавливали в свой выходной. Это профессионалы делали за спасибо, а все материалы были куплены на пожертвования горожан. Теперь глава семейства уже подумывает о переезде. Все строительные работы уже завершены, окна и двери установлены. Остальное осталась только внутренняя отделка, и помощники уже нашлись. Это как, знаете, в поговорке: не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Поэтому этот дом вообще по милости строится, благодаря вот, ну, пожертвованиям, благодаря людям такие, которые вот приходят, что-то делают, помогают. Вот в свой выходной вышли, помогли.